Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как войти в Safe Mode на телефоне Xiaomi Mi 11T. Для этого вам нужно нажать и удерживать кнопку питания, после чего нажать выключение и подождать, пока телефон вырубится. После того, как телефон окончательно вырубится, вам нужно одновременно нажать и удерживать кнопку питания и увеличение громкости. Отпускаем кнопку питания, когда появляется логотип Xiaomi. Спускаемся несколько раз вниз и выбираем Safe Mode с помощью кнопки питания. Ну что ж, на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!